В рамках социального раунда «Стоп-гаджет» сотрудники Одинцовской госавтоинспекции вместе с представителями местного отделения Всероссийского общества автомобилистов провели беседу с пользователями и персоналом автостоянок о соблюдении правил дорожного движения. В частности, о недопустимости пользования телефоном и другими устройствами во время движения. Гаджеты снижают концентрацию внимания и становятся причиной серьезных ДТП. Сотрудники ГИБДД призвали участников акции задуматься об этом.